Так, добрый день, комиссионный магазин Победа. Видеообзор на телефон Samsung A32, 64 гигабайт. Внешнее состояние: есть царапины и потертости по корпусу многочисленные. Также у него битый экран. Вот, можно заметить. Трещина. И еще одна причина, почему он недорого стоит, это потому, что у него сейчас на данный момент присутствует Samsung аккаунт. В основном телефон полностью работает исправно. Здесь можно посмотреть характеристики телефона. 64 гигабайт. A32. Камера фронтальная и задняя рабочая. Это у нас фронтальная камера. Это у нас задняя. Ну, соответственно, клавиши громкости работают. Блокировка. И звук тоже работает, все хорошо. Пароль снимем, его не будет.